А Капоне говорил, вежливостью и оружием можно добиться намного больше, чем одной вежливостью. Догадываешься, что будет, если они найдут вас? Простите, а где мне найти пасту? В конце направо за собачьим кормом. Мерси. 20% американцев страдают ожирением. Но арахис полезен. Для обезьян. Весь город собирается. Они произведут фурор. Смотрю, ты времени тратишь. У меня его нет. Как прошел день? Нормально. Ваша семья — это воплощение зла. У вас пожизненный контракт с самим дьяволом.